Здравствуйте, эфир продолжает программа «События». В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Встреча с главой региона Дмитрием Азаровым и открытие смены Центра военно-патриотического воспитания. В Самаре с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко. Пусть всегда будет детство. Глава города Елена Лапушкина в День защиты детей приняла участие в фестивале, который организовали для самых маленьких жителей Самары. Новый детский сад на 240 мест откроется в областном центре к концу 2023 года. В промышленном районе города продолжают улучшать инфраструктуру на средства нацпроекта образования. Работы, созданные учащимися 10 школ искусств города Донецка. В художественном музее открылась выставка «Город рос. Возрождение». В Самарской области с рабочим визитом находится председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они побывали в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард Самара» и приняли участие в торжественном открытии первой профильной смены «Защитники Отечества». Позже из Самары Матвиенко провела по видеоконференц-связи всероссийское совещание с участием глав регионов, посвященное организации детской летней оздоровительной кампании этого года. В формате видеомоста были открыты новые корпуса в детских лагерях ряда российских субъектов. В этом году в Самарском регионе будут работать 742 лагеря, что на 38 учреждений больше, чем в 2022. Такая возможность появилась в том числе благодаря проведению капитального ремонта. Самарская область стала одним из пилотных регионов и получила средства из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы развития образования и проекта по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей, запущенного при непосредственном участии Совета Федерации. Первый день лета по традиции во всем мире отмечают День защиты детей. Праздничные события сегодня проходят и в Самаре. Во дворах, парках, скверах для детей устраивают конкурсы, анимационные шоу, дарят подарки. Главной праздничной площадкой в этом году стал Струковский сад. «Пусть всегда будет детство». Под таким названием второй год подряд здесь проходит фестиваль. С самыми маленькими жителями города сегодня встретилась глава Самары Елена Лапушкина. Галина Топилина расскажет подробнее. Весь день на площадках фестиваля проходят игры, конкурсы, мастер-классы, звучат любимые песни, выступают детские творческие коллективы, свои номера представляют ребята из детского КВН. На аллеях парка можно встретить персонажей из любимых мультфильмов. Здесь работают порядка 30 разных тематических развлекательных и познавательных площадок. Чтобы приехать на фестиваль, пришлось прогулять детский сад, рассказывает Любовь Бирюкова. Ее дочке Арине только в августе исполнится 3 года. Мама уверена, малышка обязательно запомнит этот день. Это ее первый большой праздник. В этом году мы первый раз. Нам очень здесь понравилось. Впечатления самые замечательные. Нравится, что очень много инсталляций, очень много локаций по разным мероприятиям. Поэтому все супер, все замечательно. Мы провели прекрасный день. И еще продолжаем. Мне понравилось. А Татьяна Холодева с дочерьми на фестивале уже второй раз. В прошлом году все очень понравилось. И в этом фестиваль вызывает одни положительные эмоции, рассказывает Татьяна. Во-первых, мне нравится то, что все бесплатно организовано. То, что сделано, рисуют детишки, лепят. Все для художества, развития, соответственно. Да и вообще все очень супер. Все радостные, счастливые. День защиты детей – один из старейших международных праздников. Это праздник детский, но он был учрежден для взрослых. Большинство малышей, которые сегодня пришли на фестиваль, еще не понимают, что означает этот день и почему он носит такое название. Вы знаете, какой сегодня праздник? Да. День детей. А что для вас этот праздник? Что вы про него знаете? Наверное, дети радуются. 13-летняя Виктория уже более осознанно встречает этот день. Этот праздник обозначает, что не у всех детей все хорошо, и на эти проблемы нужно в этот день особенно обращать на это внимание, чтобы взрослые обращали на это внимание и как-то могли детям помочь и защитить в трудной ситуации. В мероприятии, организованном в Струковском саду в честь Дня защиты детей, приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Хочу поздравить всех детей с началом летних каникул, долгих, продолжительных. Хочу пожелать, чтобы весь этот период был наполнен новыми впечатлениями, счастливыми, новыми друзьями, чтобы была замечательная погода, чтобы дети имели возможность хорошо отдохнуть. Ну и, конечно, напомнить всем взрослым о том, что это все-таки праздник защиты детей. Давайте будем с ними рядом, давайте их будем учить добру и всему самому хорошему.
Почетным гостем фестиваля стал генеральный директор киностудии «Союз мультфильм» Борис Машковцев. Уже второй год «Союз мультфильм» выступает главным партнером детского праздника в Самаре. В этом году фестиваль окреп, он стал масштабнее. И мне кажется, это уже такой вот вектор для нашего постоянного сотрудничества. Мы надеемся, что наши зрители вырастут людьми отзывчивыми и умными. Выходит, что ты находишься в постоянном диалоге и с детьми, и с родителями. В первую очередь с детьми. И мы чувствуем, как постепенно даже родители начинают нас перекладывать, что ли, эту функцию воспитания детей. И мы все учимся чуть-чуть еще и быть педагогами. Программа фестиваля рассчитана до самого вечера. Галина Топилина, Николай Епифанов. События. Мир, в котором всегда весна и лето, где люди гуляют в парках, а дети, не боясь, играют на улицах. Самарский областной художественный музей открыл выставку «Город рос. Возрождение». Экспозиция состоит из работ, созданных учащимися 10 школ искусств города Донецка. Яркими красками и жизнерадостным настроением дети поделились с главой Самары Еленой Лапушкиной и нашей съемочной группой. Подробности в репортаже Александры Гусевой. Они верят в мир и, как и все маленькие жители нашей страны, надеются на чудо. Работы, представленные на выставке «Город рос. Возрождение», пропитаны искренней любовью к родному городу. Рисунки, созданные учащимися 10 школ искусств Донецка, на самарской земле уже не впервые. Ровно 5 лет назад юные художники впервые посетили Самару, чтобы принять участие в выставке и увидеть наш город. Ее привезли учащиеся школы искусств номер 6 во главе с руководителем Шуминкиной Любовь Васильевной. И впервые детки выехали из своего города и оказались как раз в первую очередь в этом зале, потому что здесь открывалась выставка «Война глазами детей Донбасса». Уехав из нашего города, они создали выставку замечательную «Самара глазами детей Донбасса». Дети – это, наверное, самое главное, что есть в жизни каждого человека. Мы сами когда-то были детьми и мечтали, у нас было много каких-то пожеланий. И вот то, что ребята сегодня на этой выставке, мне как раз кажется, выразили всю свою мечту, все свои пожелания, которые очень искренние, очень доверчивые. На выставке «Город рос. Возрождение» представлены работы с изображением городских панорам Донецка. Здесь и местные жители, и тихие парки, и прогулочные улочки, и живые цветы. Жизнь бьет ключом. Шли уроки, тогда у нас не дистанционно, а очно были. То прилетали снаряды, и я вздрагиваю, а дети мне говорят: «Не бойтесь, Любовь Васильевна». Это мимо пролетело, сидят, рисуют. Работы их светлые, то есть в них это тепло, к миру и надежда на лучшие времена. Поддержке жителей Донбасса особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Наш регион одним из первых начал сбор гуманитарной помощи, которая активно продолжается. Лейтмотивом выставки «Город рос. Возрождение» стала интеграция жителей Донецка в единое культурно-образовательное и просветительское пространство страны в целом и Самарского региона в частности. В 2023 году партнерами проекта стала городская общественная палата. Инициативу поддержала глава Самары Елена Лапушкина. Зная историю отношений Самары с Донецком и эту великолепную выставку, новую, которую поддержал наш художественный музей, общественная палата не могла пройти мимо этого факта. В дальнейшем этот проект планируют показать и в других городах. Посмотреть на «Город рос» можно до 12 июня. Александра Гусева, Игорь Казановский. События. В промышленном районе Самары уже к концу текущего года откроется новый корпус детского сада под номером 332. Его возводят на средства национального проекта образования. Учреждение рассчитано на 240 детей. Для них откроют 12 групп. Появится отделение как для общего развития, так и коррекционная группа. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, организуют всю необходимую инфраструктуру. Несколько лет назад на этом месте стояли гаражи, а теперь красуется разноцветное здание нового корпуса детского сада номер 332. Промышленный район Самары активно развивается. Это одна из самых густонаселенных территорий, поэтому спрос на подобные учреждения только возрастает. По плану уже к ноябрю текущего года здание должны ввести в эксплуатацию, и оно будет готово принять юных воспитанников. В этом детском саду, точнее в этом корпусе детского сада, будут у нас воспитываться 240 детей. Будет открыто 12 групп.
Группы будут самой разной направленности и общеразвивающие. Большинство групп будут общеразвивающие, но также мы планируем там открытие коррекционных групп. Сейчас в здании детского сада продолжается ремонт. Специалисты занимаются отделкой внутренних помещений, прокладывают систему вентиляции и электроснабжения. В ближайшее время приступят к благоустройству. На территории появятся дорожки, детские игровые площадки и зеленые насаждения. Планируют посадить кустарниковые деревья порядка 10 видов. Здание сада построено с учетом потребностей ребят с ограниченными возможностями здоровья. Снаружи строение установят пандусы, внутри специальный лифт. Для занятий спортом и музыкой на одном из этажей организуют два зала площадью около 100 квадратных метров каждый. В этом здании три этажа, не включая подвал. В подвальном помещении будут постирочные и обычные технические помещения. В каждой группе есть игровая зона и спальная зона. Также для каждой отдельной группы есть свой санузел. Отдельно будет на первом этаже есть кухонная зона, где для детей будут готовить. За улучшением инфраструктуры родного микрорайона активно следят жители. Поколения сменяются, появляются дети, и некоторые семьи уже планируют занять электронную очередь в новый детский сад. В микрорайоне очень много детей, у нас большая школа, у нас подрастающее поколение очень большое. И этот красивый детский садик украсил наш микрорайон и очень востребован для наших деток подрастающих. И мы просто счастливы. Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и властей города. По итогам 2022 года и началу 2023-го дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Этому способствует как открытие новых учреждений, так и возвращение в систему зданий, в которых сады находились раньше. Помогает решать эти задачи национальный проект «Демография». Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Первый день лета в Самаре в 6 утра заработал вестибюль номер 2 станции метро «Алабинская». Пространство и два схода к нему комплексно отремонтировали и модернизировали. Таким образом, пассажирам стали доступны все 6 сходов. Это обеспечит удобный подход к станции и повысит безопасность дорожного движения. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Жительница Самары Наталья Дынкина на переход улицы Новосадовой сейчас тратит в разы меньше времени. Теперь она пользуется одним из сходов станции метро «Алабинская». Удобно. Потому что переходы очень на большом расстоянии расположены, и попасть с одной стороны улицы на другую очень было проблематично, особенно у кого ноги болят там или обходить, то есть далеко было. А сейчас как бы все нормально. Я вот спустился со своего дома и оказался на этой стороне улицы. С 6 утра 1 июня открылся второй вестибюль станции «Алабинская». Таким образом, с сегодняшнего дня пассажирам стали доступны все 6 пешеходных сходов, расположенных на пересечении улиц Новосадовой и Осипенко. Они позволят не только обеспечить удобный подход к станции метро «Алабинская» со всех сторон перекрестка. Сходы повысят безопасность перехода через улицы Осипенко и Новосадовую. С 6 утра уже люди идут, люди очень довольны. И уже многие пассажиры, вот наблюдала я ближе к 8 утра, что в переходе ходят и рассматривают все, знакомятся со станцией. Очень счастливы, что открыли переход. Станция «Алабинская» была запущена в эксплуатацию в феврале 2015 года, но второй вестибюль некоторое время был закрыт для пассажиров. В стране произошли существенные изменения в законодательстве, в том числе и в сфере транспортной безопасности. Пришлось менять проектные и технические инженерные решения. Учитывались и санкционные меры, но заказчик и подрядчик справились. Замечаний нет. Вестибюль номер 2 начал работу в постоянном режиме. Оснащение ПВО безопасности, естественно, требования к части транспортной инфраструктуры возрастает, и, естественно, с точки зрения безопасности удобства, он, будем говорить, на порядок, будем говорить, выше. Мы работаем, у нас в этом году порядка около 100 миллионов на транспортную безопасность. Самарское метро продолжает жить, строим станцию театральную. На станции «Алабинская» установлено самое современное оборудование. Камеры наблюдения, подъемники для маломобильных граждан, металлодетекторы, турникеты российского производства. Они с современным дизайном и функционалом, с обновленной информационной панелью. При этом надежность работы систем выше за счет программного обеспечения. Огромный плюс данного комплекса в том, что обслуживающий персонал может дистанционно наблюдать за работой турникетов, своевременно получать сигналы о состоянии комплекса и необходимости технического обслуживания. Ольга Павлова, Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.
В Самаре продолжается активная подготовка к следующему отопительному сезону. На 14 объектах из 26 запланированных уже реконструируют теплотрассы. Контролируют процесс как руководители подрядных организаций, так и городские власти. Сегодня состоялось выездное заседание специально созданного штаба, чтобы на месте оценить объемы выполненных работ и наметить планы на ближайшую перспективу. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Реконструкция теплотрасс идет практически во всех районах областного центра. На Московском шоссе и проспекте Карла Маркса подрядчики заменят трубы теплотрассы, протяженность которой порядка 270 метров, сообщили в профильном городском департаменте. На данный момент рабочие разрабатывают котлован, демонтируют старые трубы и лотки, чтобы затем произвести монтаж нового трубопровода. По графику подрядная организация должна завершить перекладку в августе. Справиться с задачей планируют на месяц раньше срока, к середине июля. Для этого на объект бросят дополнительные силы и станут работать круглосуточно. По словам специалистов, в период работ по реконструкции теплотрассы проблем с горячим водоснабжением у горожан не будет. В данный момент находятся все жители Октябрьского района, которые относятся к этой линейной трассе с горячим водоснабжением. Отключение не планируется. Если будет временное отключение, мы оперативно будем переключаться на ГВС, который будет поставлять горячую воду жителям этого Октябрьского района. От этого трубопровода запитано около 500 домов в границах Московского шоссе, улиц Николая Панова, Осипенко. Отметим, что участок реконструкции находится вблизи АЗС. Все риски учтены. Работы идут и за перекрестком улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. Здесь подрядная организация обновит 300 метров изношенной теплотрассы. Общая протяженность труб диаметром 800 мм, которые переложат на данном объекте, составит 600 погонных метров. Сейчас рабочие начали демонтаж старого канала, старых труб, которые за время эксплуатации подверглись коррозии. Занимаются монтажом временного трубопровода, чтобы не останавливать подачу горячей воды в дома. На данном участке будет проложена новая теплосеть, так же, как и в предыдущих годах, с системы ОДК. Защита информации будет идти на протечки, значит, на какие-то повреждения на будущее. Но так как мы уже не одно десятилетие занимаемся данными видами работ, ну, по крайней мере, на сегодняшний момент замечаний по предыдущим трассам у нас не было. В 2023 году планируется обновить 26 объектов теплосетей. 18 объектов – основные, и на 14 из них реконструкция уже ведется. Еще 4 охватят работами с 5 июня. По 8 дополнительным участкам идет процесс согласования. В историческом центре города отремонтируют и модернизируют теплотрассы на 6 объектах. Все работы находятся на непрерывном контроле мэрии Самары и теплоэнергетиков. У нас на сегодняшний день в работе трасса это Алексея Толстого, начну оттуда, между Пионерской и Комсомольской, туда в сторону Крупской. У нас на сегодняшний день в ремонте Льва Толстого. В данной ситуации идет от, будем говорить, Галактионовской в сторону Самарской. У нас сегодня в ремонте Шостаковича. Мы 8-10 должны завершить в нижних слоях и в этом вопросе как бы быстро уйти отсюда. Мы готовимся к ремонту по части Волжского проспекта, где тоже выставляют сейчас ограждение, идут по тротуару в сторону ГРЭС. На эти выходные переход по Чапаевской, это для Шостаковича буквально на 2 суток гильзы, положить трубу и открыть движение. Кроме того, идет подготовка к перекладке теплотрассы по улице Куйбышева от Некрасовской до площади Революции, а также еще на одном участке улицы Льва Толстого от улицы Алексея Толстого до улицы Некрасовской. Подрядчики работают на Береговой, Карбышева и по другим адресам. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В одном из дворов Ленинского района Самары прошло торжественное открытие детской площадки. Для детей организовали конкурсы и анимационную программу. На празднике двора побывала наша съемочная группа. Во дворе дома номер 8, корпус 3, по улице Чернореченской играет музыка, выступают артисты, встречают гостей. Здесь собрались дети и их родители со всех близлежащих домов. Ребята уже проверили готовность новой детской площадки. Работы приняты, заказчик доволен. Красную ленточку перерезали всем двором. Раньше ребятам приходилось уходить играть в другие дворы. Своя площадка не была пригодна для отдыха, вспоминает Кристина Кротова. Но теперь во дворе дома есть современная детская площадка. Она уже стала любимым местом для прогулок. С утра до вечера дети отдыхают тут,
Замечательная площадка, антитравматическая. Мне как маме это очень важно. Также мне как маме радует то, что очень удобные лавочки. Сидим, отдыхаем на них с мамочками, с папочками разговариваем. Реконструкция детской площадки стала возможной благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители сами решают, каким будет пространство вокруг них. Мы помогли жителям составить заявку по программе формирования комфортной городской среды, помогли составить проект и успешно реализовали его тоже вместе с жителями, которые контролировали ход выполнения работы. На этой территории было проведено много работ, потому что, когда мы сюда пришли, это была запущенная территория. Поэтому здесь и расчищали, и планировали землю, и сносили аварийные дома, и проводили устройство основания под площадку. У жильцов уже есть планы по дальнейшему развитию территории. Установить оборудование, рассчитанное для детей постарше, тренажеры для взрослых, озеленить территорию. С этой инициативой жители домов планируют обратиться в администрацию района. Всего в областном центре в этом году только по нацпроекту будет обновлено порядка 50 дворов. Благоустройство дворов и общественных пространств в приоритете у главы региона Дмитрия Азарова. Губернатор отмечает и роль самих жителей. Быть неравнодушным и проявлять инициативу – важные шаги на пути к комфортной жизни. Только совместная конструктивная работа власти и жителей, по мнению главы региона, способна принести положительные результаты. Ксения Баканова, Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Невероятная история о золотом ключике, деревянном мальчике и куколах, которые обрели свой театр. Международный день защиты детей юным самарцам представили спектакль «Буратино» или «Тайна волшебной двери». Праздник также прошел в одном из ресторанов быстрого питания, где детям приготовили вкусные подарки и развлекательную программу. Ольга Шишова с мужем и дочкой в очередной раз пришли в театр кукол. Малышке нет еще и 2 лет, но спектакли она очень любит. В этот раз получился подарок для всей семьи ко Дню защиты детей. Она меня очень любит, она с года смотрит все это целиком, все спектакли. Не уходим до конца. Увлекает. Для детей это хорошо. Они общаются все вместе, и праздники для родителей, для детей получаются совместными. Малышам и их родителям бесплатно представили спектакль «Буратино» или «Тайна волшебной комнаты» по повести Алексея Толстого. Давай-ка я поправлю тебе шапочку. Сиди здесь и никуда не уходи, а я скоро вернусь. Постановка предлагает детям задуматься о том, что такое счастье, и дает подсказку, что, возможно, самое большое счастье в жизни – приносить радость людям. Здорово, когда есть куда прийти, где можно отдохнуть, где можно повеселиться и получить большое удовольствие. Общение нужно людям. И самое главное, наверное, в наше время – вот такой праздничный день нужен, чтобы вспомнить о проблемах, вспомнить о том, что дети нуждаются все равно в особом отношении к себе. На постановку получили билеты 246 детей, в том числе ребята с особенностями здоровья и дети из малообеспеченных семей и семей военнослужащих. Праздник также прошел и в одном из ресторанов быстрого питания. Там для ребят провели развлекательную программу и угостили вкусными подарками. Тем детям, кто не смог прийти на праздник по состоянию здоровья, подарки отправили домой. Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев, Николай Епифанов. События. Соревнования по городошному спорту на Кубок Самарской думы прошли сегодня в поселке Управленческий. В них приняли участие семьи из разных районов города, а также команда парламента муниципалитета. Почему городки объединяют и где в Самаре можно в них поиграть, расскажем в сюжете. 9 семей из разных районов Самары и команда Самарской городской думы встретились на площадке для игры в городки, чтобы помериться силами. Игра сплочает, тренирует все группы мышц и подходит для представителей всех возрастов. Это же вообще русская наша национальная культура, городки. Она же многовековая, начиная с Александра Васильевича Суворова. Соревнования на Кубок Думы городского округа Самара проходят во второй раз. И дважды в них принимает участие семья Герасимовых. Все дети сейчас сидят в телефонах, а мне нравится то, что сейчас на воздухе активная игра. Стационарная площадка для игры в городки в Самаре одна, в сквере поселка Управленческий. Она нуждается в ремонте. Уже выделены финансовые ресурсы, и через несколько дней вот эта площадка, да, так сказать, которая, ну, имеет большую историю в парке, она будет капитально реконструирована. А пока все желающие могут поиграть в городки на мобильной площадке на площади Куйбышева. Виктория Шара и Сергей Баскин. События.
Преодолеть новые препятствия и стать первым. На площадке Ледового дворца «Салют» прошла спортивная эстафета. Участниками стали игроки детско-юношеской слэдж-хоккейной команды «Ракета», которая состоит из ребят с ограниченными возможностями здоровья. Подробности расскажет Александра Гусева. О том, что занятие спортом способствует укреплению здоровья и воспитанию собственного духа, известно давно. Но далеко не каждый задумывается о том, какой вклад спорт может внести в развитие коммуникационных качеств. Командный спорт особенно в этом хорош, рассказывают родители подростков, состоящих в детско-юношеской команде по слэдж-хоккею «Ракета». Расширение кругозора, потому что мы ездим на соревнования в другие города. Мы были вот в Сочи два раза на Всероссийском фестивале слэдж-хоккея. Вообще ребята с такими положительными эмоциями приехали. Настолько они все под впечатлением. Они находят здесь очень много себе друзей, общения. Слэдж-хоккей – аналог привычной всем игры с шайбой, адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Игроки передвигаются на специальных санях, отталкиваясь руками. История создания самарской детско-юношеской команды по слэдж-хоккею «Ракета» по-своему уникальна. Прошел не один год, прежде чем у юных спортсменов появилась реальная возможность выйти на лед. Сегодня деловые партнеры команды прикладывают максимум усилий, чтобы ребята чувствовали себя комфортно на тренировках. Идея возникла примерно 2 года назад, когда мы выиграли грант на открытие команды по слэдж-хоккею. И далее мы подали заявку на поддержку. Президентский грант, который мы тоже выиграли удачно и получили финансирование на оплату льда, на закупку экипировки. В преддверии Дня защиты детей при поддержке городского департамента транспорта и единого оператора электронного проездного объединенная транспортная карта организовали спортивную эстафету для команды. Каждый участник получил свой памятный приз. В том числе представители транспортной сферы подготовили для ребят новые лимитированные транспортные карты школьника, которые в продаже с 1 июня. Присылали свои пожелания наши подписчики в социальных сетях, и через департамент транспорта у нас была обратная связь, и мы, собственно говоря, выпустили вот эту вот лимитированную транспортную карту с новым дизайном. Тираж лимитированных карт небольшой, всего 500 штук. Однако представители единого оператора транспортной карты утверждают, если будет спрос, есть возможность увеличить тираж. Александра Гусева, Константин Головин. События. Самарские чуваши отметили праздник Акатуй, посвященный земледелию. Он считается одним из самых важных национальных торжеств чувашского народа. Его называют «свадьбой плуга и земли». В областном центре торжество состоялось в Доме дружбы народов. В гости приехали музыкальные коллективы из разных районов региона. Подробности в сюжете Светланы Тимофеевой. На стыке весны и лета идет огромная людская благодарность земле, природе, солнцу. Так в переводе с чувашского говорится в песне, под которую музыкальные коллективы водили хоровод в сквере имени Калинина. Чуваши Самары и области отметили национальный праздник Акатуй. Для меня лично Акатуй означает это прежде всего память предков. Потому что это предки наши поклонялись земле матушке за то, что она нас кормит, за то, что она нас содержит, что она такая прекрасная и красивая. Акатуй – это праздник земли и плуга. Он отмечается после окончания весенних полевых работ. Люди благодарят природу и тех, кто работает на земле. Так здорово, что люди разных национальностей сейчас это до сих пор творят. И хотят сказать спасибо небу, спасибо земле, спасибо солнцу и, конечно, спасибо людям за их труд, за благодарность природе, мира, любви, красоты, благополучия хочется, чтобы было на земле. Такие праздники – это в первую очередь дань традициям. Педагог младших классов Надежда Вермаскина часто рассказывает своим ученикам о национальных праздниках. У нас Самара многонациональная. Обязательно рассказываю, как много национальностей проживает на территории Самарского края. И, конечно же, говорю о чувашах. Дети мои все знают, что я чувашка. Я думаю, что они даже гордятся, потому что иногда удивляются, как так два языка знать. Кроме концерта, участники праздника подготовили выставку. Столы в Самарском доме дружбы народов были богаты блюдами национальной кухни. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи.